Чем больше детей, тем больше слов любви могут говорить им мамы. Ну и в ответ слышать, конечно, тоже. Мамочка наша одна, эти нежные строки тебе, самые милые, самые красивые, самые добрые на этой земле. Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной, но весь мир поместили в ладони и тебе подарили одной. Участниками проекта «Стихи живут» на этот раз стали многодетные семьи Федоровых, Охотиных, Бондати. Все они члены общественного движения «Наше будущее», которое на сегодняшний день объединяет порядка 400 семей в нашем муниципалитете. Председатель организации многодетных родителей Александр Дуденков, отец четверых детей, знает, насколько важна роль матери в семье. Дать детям жить и вырастить людьми, отдав любовь, все помыслы свои – здоровье, силы, душу в них вложить. Быть матерью не значит лишь родить. Супруга – это определенное настроение, определенное вдохновение. Поэтому от супруги зависит настроение в доме. В семье Бондати трое детей, дочь и два сына. Мама Алла старается уделять каждому много внимания, развивать творческие и умственные способности детей, считая, что большая семья – это большие возможности. Где одна тарелка супа, там то есть и три тарелки супа, да, как говорится, где один ребенок, там и другой. Сколько вообще должно быть, по-твоему, в семье детей, вот в хорошей такой семье, в правильной? 10. То есть а у вас пока еще мало? Пока два брата. То есть тебе еще кого надо, расскажи? Четвертую сестричку. В хорошей семье хорошие дети растут, говорит пословица. А в больших семьях иначе и быть не может. Каждый старший – мамин помощник. А в День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, многодетные мамы получат в свой адрес столько поздравлений, сколько у них ребятишек. И вы не забудьте сказать своей маме несколько добрых слов. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.